Всем привет! С вами канал ArtMania. И сегодня у нас видеообзор подарков, которые подарили моему сыночку на день рождения. Моему сыну исполнилось 3 годика. И давайте же посмотрим его подарки. Я думаю, что это вам будет интересно. И, конечно же, нам со временем тоже будет интересно посмотреть. Сюда в кадр я уже поставила вот такую вот машинку. Ее нам подарил дедушка Вова, мой папа. И дедушка Толя, мой дедушка. То есть Димин прадедушка. Знаете, мне эта машина очень-очень нравится. Когда ее еще подарили, я сначала как-то не оценила ее. А потом я присмотрелась, блин, она настолько качественная. То есть она как настоящая. Ну, блин, она просто классная. Здесь у нее открываются дверки. Эти зеркала двигаются. Двигаются? Что-то вроде двигались они, не помню. А, двигается, да, вот с этой стороны. Видимо, надо, я боюсь сломать. Видимо, надо усилия прилагать. Ладно, не буду трогать. Короче, двигаются. Здесь больше ничего не двигается, только вот эти вот. Тут салон. Так, давайте посмотрим поближе салон. Там видно руль. Ну-ка. А, нет, руль не двигается. Внутри прям салон такой, как настоящий. Так. Также у нее есть здесь красненькая такая ручка. Она крутится. И вот так вот поднимается ковш. Я не знаю, как это называется. Короче, эта штука, она поднимается, и вот здесь вот еще открывается вот эта штучка. То есть, допустим, играть где-нибудь на улице, и вот так вот высыпается песок, это будет прям, не знаю, мне кажется, это будет как настоящая, как будто машина. Можно, кстати, какие-то ролики интересные заснять. Вот, но мне не хотелось бы, чтобы вот эти колеса пачкались. И также вот она назад. Вот, эта машина, кстати, очень ездит. Просто классно. У нее как раз есть вот этот вот отталкивающийся. Не знаю, как это тоже штука называется. Короче, которая отталкивает. И она очень классно. Она очень мягко, кстати, ездит. Можно быстрее, можно. Вот, то есть, блин, ну просто классный автомобиль. Мне кажется, вот каждый мальчишка будет о нем просто мечтать. Вот такая вот прям офигенная машинка. Вот, по возможности я, наверное, в описании ролика постараюсь оставить ссылки, где были куплены эти игрушки, по возможности. Но не знаю, получится мне найти или нет. Потому что не я все-таки покупала. Так, ее мы откладываем, наверное, туда. А, там не видно. Так, также подарили еще вот такую машинку. Ее мы, конечно, уже тоже распаковали. Все-таки это ребенок. И ждать он не будет. Здесь машинка, вот, и у нее есть такие штуки. Здесь есть человечки вот такие вот. У них, кстати, шапочки снимаются, ребенок снимает. Хотя, честно говоря, лучше бы сделать, чтобы они не снимались. Иначе, мне кажется, они очень быстро потеряются. Здесь уже его учили. Бабушки, дедушки там все вместе сидели, собирали, объясняли Диме, что это вот тут крестовая отвертка нужна, а здесь вот плоская отвертка. Ну, не знаю, видимо, ему еще немножечко это рановато. Его это не особо заинтересовало так. Эти вот, кстати, сюда вставляются. Здесь такая вот отвертка. Ну, как раз вот этим всем заниматься, тут отвертка есть. Такая отверточка. Они, кстати, классные, плотные прям такие. Здесь тоже, кстати, классная. Если попытаться, то можно нажать. Крестовая. То есть, в принципе, это классная игрушка. Ребенку можно объяснять. Вот, смотри, вот это крестовая отвертка. Это вот плоская. То есть, не саму отвертку даешь, да, а вот игрушечная. Это классно. Вот такая еще есть. Там как это, как настоящие. Такие они плотные. Вот еще один человечек. Вот, то есть они вот сюда кладутся.
Вот, и плоскогубцу, что они ему прям понравились. Они двигаются здесь, вот даже есть болтики, шурупчики. Ну, они прям понравились, то, что они, видимо, двигаются. Вот, набор инструментов у нас уже есть. У нас есть как раз молоток и пила. Вот, и плюс здесь вот ему теперь еще добавок есть. Вот. Ну, и такая штучка, что-то из нее делать. Что-то у нас, кстати, подобная какая-то штука есть. Я думаю, их можно будет вместе соединить. И попозже он, может быть, что-то из них сделает. Хотя, конечно, честно говоря, это всего мало. Что тут больно сделаешь? Тут... Блин, если клали такие штуки, ну клали бы уж тогда побольше. Вот. Ну и машина, конечно, самая обычная самая машина, то есть не как предыдущая, просто машина. Сейчас я ей покажу. Просто обычная машина, кстати, она довольно тяжеленькая такая. А, называется она техпомощь. Техпомощь такая. Ну, как раз такая машинка для улицы, мне кажется, вот ее не жалко будет. Все-таки ту еще немножко жалко. Без колеса. Такая. Ее можно, мне кажется, даже привязать. И с ней гоняться, бегать. Я помню, у нас в садике были похожие машинки. Мы вставали на них вот так вот руками и ногами отталкивались и бежали по асфальту. Вот. Тогда воспитателям это было пофигу, то, что ребенок может, блин, упасть и просто, не знаю, шею сломать, перековыркнуться вообще просто. Мне было пофигу, но мама, я помню, всегда говорила, не надо, не надо, не делай так, не бегай, не бегай. Мне мама... Хотя она купила мне машинку такую же, как и у мальчишек, и мы гоняли. Где-то там, наверное, такая же была. Так. Ну, у нас же мальчик, соответственно, машинки. Забыла сказать, эту машинку нам подарили тетя Таня и дядя Сереж. То есть дядя — это брат моей мамы, родной брат моей мамы, то есть его жена, тетя Таня. Вот. Так. Дальше нам подарили вот такие танки. У них, кстати, есть еще зарядки, но я их не принесла. Такие танчики. На радиоуправлении, кстати, классная вещь. Интересно, блин, вот я включила, меня просто прям затянуло, я просто залипла играть. Но ребенок пока это еще не очень понимает. Коробочку они приехали, распаковали сами, поэтому я не помню, что там было написано на коробочке, плюс 3. Но мне кажется, там даже для детей постарше, лет 5, я думаю. 5-6, вот старший может заинтересоваться. Он пока еще не особо это понимает, что там надо делать. Как-то на эту игрушку смотрят с необычностью. Ну, для него это что-то вообще такое вот необыкновенное, и которое ему как бы особо еще пока не надо, как бы рановато ему, вот. Но я ее сейчас покажу вам. Так, давайте зеленого, что ли? Давайте синим танком. Он более виден хорошо здесь. Посмотрим. Они прямо тут вот прорезиненные. Подарила нам ее свекровь моя, то есть бабушка Димина, баба Лиля и деда Толя. Это родители мужа моего. Тут есть, вот она включается, также здесь откручивается, и как бы аккумуляторные батарейки, именно батарейки, не как у телефона аккумулятор. Они оттуда выкручиваются, вставляются и заряжаются. Вот это, честно говоря, неудобнее. Если вот так вот целыми днями играть в эту игрушку и заряжать, я не знаю, там, насколько ее хватает там каждый день, то это неудобно. Каждый раз вот это вот раскручивать. Могли бы сделать вот где-нибудь вот здесь вот. Хотя, может быть... Хотя, может быть, наверное, мне кажется, и можно что-нибудь сделать. Наверное, отсюда ее вывести. Не зря же эта дырочка тут. И чтобы не раскручивать каждый раз... Просто воткнуть. Ну, не знаю, посмотрим потом. Здесь, в принципе, тоже дырочка. Потом посмотрим. Потому что каждый раз раскручивать, это с ума просто сойдешь. Вот. Включаем. Здесь просто писк. У него, кстати, есть антенка, которая ловит сигнал. Здесь красная кнопочка. Ну, вернее, кнопочка. Он прям такой вот натуральный, настоящий. Свекровь сказала, что он стоит около 3000. Вот, ну я думаю, что да, может быть он строит. Хотя такой пластик чувствуется немножко тонковатым. Такой он это. Хлипким кажется.
Так, и, соответственно, к нему, раз он синий, к нему синий джойстик. Так. Ага. Завелся. Не упала. То есть вот вы увидели, такая игрушка, блин, она реально затягивает. Хочется просто, знаете, вот сидеть целыми сутками и играть. Какие-нибудь там ходы построить, какие-нибудь домики построить, что-нибудь такое. Что-то, вот, знаете, такое, действительно, там играть в какую-то войнушку. Вот реально прям хочется. А здесь, кстати, я... А, смотрите, он немножко разный. Здесь вот немножко другой, здесь вот какой-то такой штучкой, ее там нету. Ну, он точно такой же. Также ездит. Тут вот так же все. Короче, игрушка просто классная, просто обалденная. Мне очень понравилась. И, честно говоря, я никогда таких не видела. Сколько я в детском мире лазила по сайту, сколько я туда ходила, я не видела. То есть, ну, и они двигаются, соответственно. Вперед-назад, то есть он разворачивается. А если вот так вот вместе, то он едет вперед. Назад-назад. То есть, блин, это удобно. Тут стрелять, тут разворачивать, антенки. Блин, вещь просто классная. Мне кажется, каждому ребенку понравится она. И, допустим, вместе с папой играть там или с мамой, мне кажется, это очень сильно заинтересует. Вот, вещь прям обалденная. Так, дальше поехали. Вот такой подарок подарила прабабушка. Димина, моя бабушка, бабуля Валя. Вот. Сенсорный планшет. Ну, в принципе, алфавит он уже весь знает, но не знаю, почему подарили. Ну, скорее всего, здесь вот и стихотворения есть, загадки, какие-то там песенки. Ну, что-то, чтобы ребенок был занят чем-то там это. Такое вот. Что-то такое. Кстати, фиксики, он очень нравится. Ему нравятся фиксики, он прям это. Их очень-очень любит. А, и учим цифры, то есть не только то, что я говорю, а есть еще и планшет обучающий. Я думаю, ему будет интересно. А, там еще задания, да. Там еще задания всякие. То есть вот такое вот. А, на него будет отдельный, скорее всего, обзор. А, он будет сложным, но я думаю, что он будет. Так, и последний подарок у нас. Вот такой вот, необыкновенный. Его подарила моя мама, то есть тоже бабушка Димы, более родная. Вот, когда я увидела, я подумала, говорю, мам, ты что, весы даришь ребенку? Сейчас увидишь. Ну, реально, как будто похоже на весы, да? Так, ой. Вот, это, короче, такая штучка. Не буду ее открывать, она тоже открыта. А на нее тоже будет отдельный обзор, вы ее там увидите. Пускай это для вас будет каким-то маленьким таким секретиком, маленьким каким-то необыкновенным
необыкновенной штучкой, которым, возможно, вы зайдете и посмотрите обзор. Короче, там такая вот магнитная небольшая доска. Ну, честно, ребенок залипает. Ребенок конкретно залипает, и какое-то время, может быть, от 5 минут, 10 минут, может быть, тишина. Ребенок залип. Все. Ну, и вот здесь вот тоже, в принципе, тишина, но плюс играет планшет. Вот. Как бы вот так. Вот такие у нас подарки. По-моему, все. По-моему, я все подарки уже показала. Вот. Я надеюсь, то, что вам понравилось. Напишите в комментариях, какие подарки понравились вам. Машинка зеленая, машинка оранжевая, танчики, планшет с алфавитом или последний подарок. Ну, я думаю, скорее всего, последний подарок не всем понятен, что это такое. Вот. Ну, на него будет обзор, и вы все, в принципе, увидите. Это интересно. Интересная вещь. Ну, я, честно говоря, не видела в магазинах ее. Первый раз увидела тоже, почти как сейчас вместе с вами. Вот, обязательно напишите в комментариях, какая вещь вам понравилась. Мне будет очень-очень приятно. Ну и, конечно же, моему ребенку было приятно получать такие замечательные подарки. Все-таки предыдущие годы все-таки, ну, не настолько были классные подарки, просто как бы не особо он понимал. Даже в прошлом году ему подарили просто машинку, по-моему, и что-то еще. То есть подарков было, в принципе, мало. Вот. А тут вот уже становится побольше, довольно интересно. И я думаю, в будущем нам тоже будет это интересно. Да, год, кстати, 2020. Это я уже чисто для себя скажу, чтобы потом не забыть, потому что YouTube не всегда пишет. Так, сколько мы там? 18 минут уже, елки. Ну все, на сегодня это все. Такой был у нас с вами обзор на подарки Димины. Честно говоря, мне даже самой нравится. Я чувствую, что я вместе с ребенком превращусь сама в ребенка с такими подарками. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Пишите в комментариях, какой подарок вам понравился. И смотрите, кстати, другие ролики, наши влоги. Как в скором времени все эти подарки будут участвовать во влогах наших. Вот. Также смотрите обзоры на продукты. Я делаю их для вас. Я думаю, что вам будет это очень интересно. Из Фикспрайса, из других магазинов, на сладости, там куча всего. Также у нас есть фоны хорошего качества, живопись. Короче, там куча-куча всего интересного на моем канале. Обязательно посмотрите, обязательно подписывайтесь. И не забывайте нажать колокольчик. И всем пока-пока.